Никто, как они, так не отмечает свой праздник. Сейчас мы узнаем у жителей города, как они отмечают этот день. Ну, в первую очередь, трезво, конечно же. Надо подавать пример молодежи. Сейчас встречу со своими друзьями, со служивцами, вспомним службу. Узнаю, как у кого дела. Это печально. Получается, тоже служу в ВДВ, но сейчас приехали в отпуск с Питера сюда, и ни берет, ни тельняшку, ничего не взял. В фонтанах купаются и пьют. Нормальный праздник, как праздник. Отмечаем нормально, сидим в кругу друзей. Нормально, люди отдыхают, веселятся кто как хочет. За ВДВ! Какой сегодня праздник? День ВДВ. А, ВДВ. Хороший праздник. С нами Вадим Саматов, и сейчас мы узнаем, что он сделал для ВДВ. С неба на землю, но не ангелы, мы за ВДВ, мы сила. Когда-то с нами это было. Молодежь, цените. И самое главное, не бойтесь десантников.